Здравствуйте, уважаемые зрители школы видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимерев. Посмотрите данный ролик и узнайте, как завладеть вниманием. Как сделать так, чтобы ваши видео смотрели как можно дольше? Сейчас я дам вам несколько советов по этому поводу. Первое. Задайте какой-либо интригующий вопрос в начале ролика. Ответ давать не спешите. Так зрители будут ждать ответ на этот вопрос на протяжении всего ролика. Второе. Перемещение в кадре. Вы заметили, что большинство обзорщиков перемещаются по кадру во время своих роликов. Это сделано для того, чтобы избежать статичности. А статичность, как известно, ухудшает внимание к ролику. Третье. Меняйте громкость своей речи. Монотонная речь тоже способна усыпить зрителя. Меняйте ее тембр, ее скорость. Так вы привлечете к себе внимание тех, кто будет вас смотреть. Вы просмотрели видео о том, как завладеть вниманием. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера». Ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание. Пока!